Я твоей маме привет передавал. А у тебя мать не. У тебя матери нет. А у тебя бати нет. Че ты свою пасть высунул? А чупакабра недоделанная. Короче, это чертило гуманоидное, запомните, не играйте никогда в эту игру. Игра говно, все. Ну что, давай. Всем привет, с вами Дима228. AK Бруно Хару. Если что, я сразу обосрую, сейчас сделаю немного потише. Я слышу шаги, как вниз пролезть? А нельзя вниз полазить? И сиди прям перед ней по приколу. Ага, он меня убьет. Да не убьет на тебя, он добрый человек. А светить ему? Да, как хочешь, можешь не светить. Фига, у него дилда. А чё у него такие большие культяпки? Потому что он робот. Здорово, бичес. Так он не ходит. Я твоей маме привет передавал. А у тебя мать не. А мать, у тебя матери нет. А у тебя бати нет. Там говорили что-то там. Так, я там видео там какой-то ган. Вот там видео. Песенка играет, пойду искать. Две песенки играют. Стой двери. А ты аниматроника смотрел? Нет. А почему нет? Туалет стучит. Дима, страшно. А как? Ну, она пошла на свое место, типа ты... Ну, пульт вообще не поднялся, вообще не обосрался. Что, новая игра? Продолжить. Все, ну что, посмотри. Все, я понял. Видишь, потихоньку поднимается. Он задержка поднимается. Что, может, на разведочку? Да, лучше не. На второй ночь на разведку пойдешь. Здесь еще ты даже есть начал. Вот, ладно. Сразу видно села, сейчас вообще на изах. Никто меня там не напугал. Вторая ночь. Если честно, я еще обосрался. Или как вышел? Ну это вам это, тихо. Вы ничего не слышали. Опа, звоночек. Добрый вечер, я диспетчер. А он меня убьет сейчас? Да, посмотрим. Он двигается. Нет, смотри. Это шизофрения просто. Подойди поближе, посмотри, вот тебе кажется. Ну ты видишь, не двигается. Двигается он, отстань. Да, двигается он. Да, двигается он. Да, брошу все, это шизофрения, двигается, либо стой с ним рядом. Ага, сейчас убьет меня. А, ты что, ты боишься, что ли? Поближе подойди. Щедрить ты колотить. Я тебе сразу сказал, потому что я знаю, что ты камеру нужны. Давай, вали. Что, открывать? Ну, может, открыть. Это еще вторая ночь, она такая довольно легкая. Валеть. Камеры такие. Вот и все. Давай ты. А что такие вот ты даже не обосрался? Я их третий раз впереди. Кинул гитару такой. Вышел МС. Че, он сейчас ходить? Посмотрим, куда он пойдет сейчас. Стоит. Может, поближе подойти, он будет такой гоняться. А я от него убегу? Не знаю. Ага, ты мне врёшь. Открой дверь. Ху-ту. Лови, короче. Соси, дуло. Соси. А он где, в той? А я не знаю. Он идёт на тебя, он на тебя загрелся, поэтому стоял по двери. Охрана-то закрыла, боишься, да? О, он вышел. Опа! Ты профукал момент, поэтому теперь жди момента, когда к тебе пацан прибежит. А он дверь может ломать? Нет. Кстати, есть пасхалка, которую когда Федор ломает тебе дверь. Кто? Федор. Медведь. Фредди. Он просто берет, типа, ты увидел, и он такой... Бум! Тебя падла, ты мне на двери. А где она? Чика? Да. Камера посмотри. А как посмотреть? Ну вот. Кам 4B. Кэм. Его нет. Ты не ту камеру, потому что тыкаешь. Ой. Его нет. Он бежит. Он только по левой стороне бежит. Хотя не знаю, он мне справа где-то сбежал. Не двигайся около двери. Где он?
все, он прибежал уже. Через дверь, он обратно ушел? Двери, что ли? Я услышал. Нет, там не так, было стуков. Бум. Он бежал только. Бум. А что, он снова домой ушел? Ну. Я вообще пугарнул, так ты выходишь, он кремал какого это, да вообще прям. Валера, 5 ночи. Ой, 5 утра, 27%. Я выживу, нет? Да? Ну сколько времени сейчас, да? 5 утра. А времени? Ну, щелай ты. Ну, не поворачивайся. Кстати, бывает такое, что я могу убить даже в это время. Специально тебя пугаю. Лайты, поубили. Сколько мне там пыль? Вообще, даже не обосрался. Рот свой закрой, черножопая гнида. Я понял, что здесь делает Бонни, когда здесь сидит. Во-первых, моет пол, а во-вторых, бухает. Смотри, 3 бутылки пропало. Ах, козёл какой, а. Ты уходишь в комнату конец-клета? Да. Не знаю, как скоро он появится, как он начнет действовать, потому что поэтому будем сидеть. Что ты убираешь? Оп, у тебя мать в канаве. Чуть не обосрался. Тихо послал. 56. А время? Мишка Фредди. Серьезно? Да. Покажи. Не видим. Ооо, он все жопает, я точно. И там еще. Я буду сказать, лучше не выходи. Пошли. И ладно, я думаю, кажется, третий ночью ты будешь обсираться. То есть четвертая форма, грубо говоря, это когда он уже бежит. Да кнопка! Мне кнопка не нажималась. Да без понятия, значит ты делай так. Это кто? Опа! Отличный. Что-то под салку словил. Что делать? В парке. А что за гондон? Как он тебя поштырил-то, а? Видел? Тебе призрак на колени сел. Никого я там не видел. Вот ты что, настоящий парень? Отлично, ты с парки словил. Да пошел он нахер, где он? Что, обосрался? Вот там. Я мужчина. Это... Звуки. Ну иди сюда, что ты. Пошла нахер. Что-то свою пасть высунула, чупакабра недоделанная. Ядрить ты колотить, уходит. Кто уходит? Опа, тикни. Сейчас ты охереешь. Он ходит. Ну подойди к нему, что ты. Хотя я тебе не советую, где вообще подходить к нему. Он себе побежит, и жопа тебе будет. Я его ослеплю и закрою дверь, это же поможет. Да, при этом ты его не ослепил, но закрыл дверь. О, ща проверим, что он там делает. Лампочку нюхает. Да пусть 50. Чё ты зиришь глаза на пузыре черножопый, ты гондон? Дима, наверное, там навалил в штаны лежит. Не, вообще ничего не сделал. Чё ты свои тяпки распустил, а? Серебро казавчатая гнида. Ну что ты не идешь, а? Ну вот тебе ты что ты, похуй. О, тебе дверь проломил. Открывай дверь. Ты че пока тут как я. Вообще лучше так не делать. А что он будет есть делать? Есть момент, когда он прям на тебя рванет просто. Сейчас только за ним следить? Нет. Но вообще лучше с офиса не выходить. Сейчас пока он прибежит к твоей двери. Ты его видишь, как он пролетит в угол прям. Он прям в угол полетит. Туда? Да. И он сразу зайдет? Нет, сначала полетит в угол, ты резко закрываешь дверь. Ну, либо тебе жопа. Опять? Я не знаю, что это такое. Не буду я в это играть, не хочу, все. Вот эта вот чупакабрская гнида не дала мне выиграть. Короче, это чертило гуманоидное, запомните, не играйте никогда в эту игру, игра говно, все. Всем удачи, всем пока.